Мы уже рассказывали о работе поисковиков на Слонимщине. Результаты этой работы наиболее значительные за последние годы. Останки 10 воинов найдены в районе деревни Клепачи. А вот на большом поле за объездной дорогой напротив колледжа сельхозпроизводства найдено сразу 5 безымянных захоронений с большим количеством останков воинов. И не случайно, ведь здесь выходил на окраину Слонима Варшавский тракт, по которому отступали наши войска. Поисковики по ячменной стерне проложили 1,5-километровую колею по бывшему тракту. Немцы 24 июня 41 года опередили красноармейцев на 2 часа. Полк НКВД не смог пробить брешь в немецком заслоне, и тыловым частям не удалось вырваться из окружения. Варшавский тракт был усеян трупами, их хоронили прямо у дороги. В 41-м здесь творилось пекло, не случайно многие останки обгоревшие, в том числе и детские.